Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон о внесении изменений в конституционный закон Кыргызской Республики о кабинете министров. Закон был принят Жогорку Кенешем 29 ноября 2023 года. Целью закона является обеспечение эффективного участия представителей гражданского общества в формировании и реализации государственной политики. Законом предусматривается признание утратившим силу части 3 статьи 36 конституционного закона, согласно которой при министерствах, государственных комитетах и иных органах исполнительной власти для взаимодействия государственного органа и гражданского общества по повышению прозрачности процедур принятия и реализации решений должны создаваться общественные советы. В составы общественных советов входят представители некоммерческих организаций, научных кругов, бизнес-ассоциаций, профессиональных и отраслевых союзов, экспертного сообщества и сфер, соприкасающихся с деятельностью государственного органа. Закон вступает в силу по истечении 7 дней со дня официального опубликования.